Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Посмотрите рекламу. Так, ну это я сделал. Здесь у нас ничего нету. Так, ну тогда давай-ка мы, наверное, заберем. Кто у нас тут? Ага. Дунклиастей, насколько я помню, да? Именно он. Поместить. Так, здесь у нас суперзавр. Ну что, прокачаешься? Ну, нормально. Забираем суперзавра. Поместить и, наверное, сразу же прокачаем его до 20 уровня. Плюс... А, нет, подожди, мы не будем сейчас делать эволюцию, потому что у нас есть кого поставить. Например же тот самый Индоминус. Где он, кстати? Где-то шоркается. Лучше нам, наверное, искать его через вот эту вот штучку. Так, все существа, но нам нужен... Нам нужен гибрид. Вот он. Так, переходим. И начинаем эволюцию. 140 ДНК требует, ничего себе. Так, здесь Оуна отправим. Ну и дальше, наверное, продолжаем открывать. Кто у нас там еще? Тернадон. Две штуки. Поместить. И здесь тоже забрать и поместить. Слушай, а у нас птеранодон же по фулке прокачан, если я не ошибаюсь. Да, ребят, 40 уровень. Так, ну нам нужно все равно в любом случае еду потратить. Все, задание выполнено. Что и требовалось от нас. Выполняем, забираем. Так, дальше у нас... Использовать ускорение, совершить 3 сделки. Сделки давай-ка сделаем, наверное. Что-нибудь путевое есть на доллары? На доллары, к сожалению, нету. Очки доверия на парк земля. Бред. Арка в стиле модерн. А что-нибудь такое по-нормальному можете? Так, раскопки. Баксы. 3000 баксов. Даже я бы сказал, почти 4. Я должен поменять на 13 тысяч монет. Идите-ка вы знаете куда, ребят. С такими предложениями. Я вот здесь спокойненько смогу себе, ну, например, гигантозавр. О, на ритаторов оно целая куча. Поменяем его на баксы. 50 долларов. Меня вполне это устраивает. Так, а здесь... Блин. Ничего нормального не предлагает, прикинь. Еду 12 лямов еды на 44 миллиона. Да всю еду я практически должен потратить. Вот, ДНК. ДНК, может быть, нам потратить. Давай. Так, это получается второй. И нам нужен еще последний. Ух ты, золотая... Нет, это я оставлю себе. Золотую статую, статую колосса я оставлю себе. Так. Давай вот это вот поменяем. Фиг с ним. Все, ребят, по-моему... Сделки у нас сделаны. Так, дальше использовать ускорение. Собрать моды. Собрать моды. Давай за деньги, наверное, да? Поехали. Ну что? Дельта, давай мне что-нибудь нормальное. Дай мне, пожалуйста, пак. Уже, кстати, давно нам не выпадал пак. Ну, дают нам только лишь слабость. Ладно. Не будем унывать, попробуем чем-нибудь здесь вытащить. И выпадает нам кровожадность. Фигня полная. Ну давай тогда один редкий пак попробуем вытащить. Что нам тут выпасть? Бодрость. ОЗ на 500, но это, ребят, нормально еще. ОЗ-шку на 500 прибавляет, это хорошо. Тут вроде бы все. Так, кстати, подожди секундочку. У нас тут вроде заказы были, да. Эх, жалко, уровень не получим. Чуть-чуть буквально не хватило. Твою же дивизию. Чуточку. Так, здесь разместить статуя колосса. Пускай, наверное, тут стоит. Что у нас еще тут есть? Сувенирная лавка. Поставим ее здесь. И арка в стиле модерн. Пускай стоит здесь.
Так, а тут у нас что? Опа, плезиозавра вывести, ребята, надо. Плезиозавра тогда получается. А что еще? Что еще мы можем вывести? Да, диплозуха, конечно, бы хотелось бы вывести. Но никак. А ну-ка, глянем. Так, диплотатор. У нас 20 тысяч. А раджастегу можем мы, например, вывести? Карнораптор, кстати. Афиокамим. Стегоцератопс. Спинораптора можем. Анкилодука. Слушай, по-моему, анкилодука нужно выводить. Потому что у нас 30 уровень он имеет, да? 30-й. Так, выведем еще одного, то 20-й, блин, еще нужно будет потом четверых выводить анкилодуков этих. Афиокамим, кстати, если еще одного выведем, мы сможем потом на 30-ку его перевести. Как-то так. Ну что, друзья, смотрим, какие у нас события. Защитите свою территорию, эволюционная борьба, дрожь земли, опять дрожь земли. Ух ты, боссы всемирных событий. Давай-ка глянем. Так, а он у нас кто? Понятно, пещерник. Против пещерника идут такие вот: кайнозавр, тилозавр и кайвакея. Не, ну мы можем, конечно, взять и гигантского артакона. Чё уж там. Давай подеремся. Я, так сказать, сделаю свою лепту, да, в эти поединки. Но опять приходится, ребята, ждать по 3 часа, пока зайдем в бой. Так, битва. Кракен 18. Ну давай возьмем дополнительные очки. Офигеть, смотрится он, да? Кракен. Так, наверное, ничего не будет делать, да? Раз, два, три, четыре, пять. Попробуем так сделать. Первая атака удачная. Так, уровень босса повышается. Атака тоже повышается. 5 очков действий. И он все 5 влупляет. Понятное дело. Так, так, так. Ну что, пробиваем? Угу, уровень босса 3. Уже 243 к атаке он имеет. Ты сейчас серьезно это сделал? Ладно, ребят, я попробую. Твою налево. Понятно, что он сейчас меня раскромсает. Но артакон гигантский успеет его все-таки, ребят, немножечко пробить. Практически как он, только этот намного опаснее, да? Чувачок. Ах ты жучара. Вот это да. И он ничего опять не стал делать. Так, ну здесь я его пробил. Я боюсь сейчас представить, он сейчас себе столько очков накопит. 8, да? А, 6. Ну все, мне крышка, ребят. Он сейчас все сольет. Но, тем не менее, я посмотрел на этого кракена. В принципе, прикольный чувак. Прикольный, злой и свирепый. Ты тысяч, 10800. А, 783. Нанесите 500 урона. 1000. 3000. 5000 нанес урона ему. 10000 не нанес. Обидно. Ладно. Это главное посмотрели. Так, что у нас тут? Забираем ДНК. Ну, а теперь можно уже отправляться действительно на наше событие. Я вот не знаю, может быть, ребята, нам все-таки дрожь земли начать бомбить, а? Что скажешь? Давай проверим. Если, например, возьму Димитродона, Птеранодона и Кулазуха, кто нам здесь выпадет?
Что за противник? Ютарептор, стегоцефал и трицератопс. Пи. Размажу по стенке просто сейчас. 3 секунды. Но здесь, кстати, не так долго пришлось ждать. О, с одной плюханы. С одной плюханы я его вырубаю. Пикс. Дальше стегоцефал. 32 к атаке имеет. Даже здесь, друзья мои, он очень слабенький будет против меня. Ну давай, что ты будешь делать? Стегоцефал атакует. О, ребят, ну если он атаковал меня, соответственно, мы сейчас травоядника и подавно снесем. Верно же? Трицератопс начинает там жамкаться начинает. Понятное дело, что у него 8 атаки. Я сразу вспоминаю, как нормально взяла игра и вылетела прямо во время драки. Прямо во время поединка вылетела. Вот почему в последнее время, ребята, я мало в нее играю. Потому что вот эти вот, как тебе сказать, подлянки от игры очень выводят меня. Во-первых, я 5 баксов профукал, это раз. Во-вторых, я динозавров отыграл, но ничего не получил. То есть я никуда не передвинулся, да, ни на какое место. Это, грубо говоря, просто в холостую поиграл. Пеликанимим, стегоцефал и аргентозавр. Аргентинозавр, скорее всего. Как бы, ну, не совсем справедливо получается. Так, 8 атаки. Сразу врубаем его. Стегоцефал. Ну, он тоже нам ничего не сделает. А я вот его уж... смотри, защиту поставил. Но дальше тебе это, парень, не поможет. И что ты, на что ты надеешься, я не могу понять. Аргентинозавр явился и не запылился, да? У него вообще 7 атаки. Вы что, специально делаете? На последнем поединке задерживаетесь? Хотите, чтобы игра у меня вылетела? Вот так вот. Все, распрощаемся с этим аргентинозавром. И сразу же посмотрим. Если событие недавнее только вот началось, ребята, я должен нормально так бустануться. Если уже давно идет, то, как ты понимаешь, мы очень медленно будем продвигаться. Это все можно посмотреть. Если сразу переходим в следующую лигу. Ну-ка. Да, ребят, на выживших 82-я позиция. Значит, относительно свежее, ребят, событие. То есть началось оно недавно. Поэтому есть смысл здесь позаморачиваться. Двигаемся дальше. И здесь я возьму... Подожди, может быть, нам... Дрожь земли-то понятно все, но здесь же еще есть события у нас. Так, эволюционная борьба, вот, например, вот здесь, вот что у нас разыгрывается. Шансов, конечно, очень мало, битва, тем более это водная. Эволюционная борьба, тут чисто ДНК, да, идет. Нет, тогда лучше все-таки просто, бомбить эту арену. Афиокамим, тираннозавр и скафагнат. По-моему, я пошел с козырей, да? Тебе не кажется? У меня же там вроде бы на начале есть получше выбор. Что-то я сразу пошел. Тираннозавр до сих пор, ребят, забываю прокачать на 20 уровень. Что ты будешь делать, а? Не взял я ни одной рептилии. Если сейчас тут будут хищники, я посмотрел, просмотреть. Забыл, кто там выпадает из противников. Ну давай, 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 прогружайся. Не знаю, что с игрой происходит. Ладно, ждем. Тирано-титан. Блин. Я, наверное, поменяю. Я поменяю. Вот так вот сделаю.
У него 36 уровня, да, тирано-титан? А у меня 11-го тиранозавр. Взял две защиты, лопухнулся чувачок по полной программе сейчас. Я, наверное, буду ушатывать. Поехали. В мясо. Топижара выходит в следующем. 86 к атаке. Сколько у тебя очков действий? 5? 5. Ну, если он все сольет, конечно, он сможет меня здесь вырубить. Но он меняется. Меняется на тиранозавра 7 уровня. Зачем он это сделал, я ума не приложу. Готов. И опять же выползает злосчастная топижара. Я так понимаю, что он уже... Все, ребята, спекся. Единственное, что он может сейчас просто все вложить в атаку и бомбануть меня на дорожку. Ну и как видишь, он этого не делает. Значит, сделаем мы. С одного удара. Пыщ. Да, чувак чисто просто простоял в защите. Слушай, у него такой гребень вдоль глотки идет. Не такой, как этот обычно, да? Сзади. Так, ну мы не перешли, к сожалению, пока на новую лигу. Ладно, пока потусуемся в лиге выживших. 75 ДНК нам дают. Давай смотреть. Нет, тут что-то мне не нравится. Сарказухи всякие. Давай Юль Тирануса возьмем, Капразуха и Эрликозавра. Блин, мне бы вот еще одного Эрликозавра, чтобы хотя бы он был 20 уровня. Кстати, и Ютирануса бы тоже не помешало получить. Гриппозуха, у меня против гриппозуха. Блин, а у меня ни одного летуна нету, прикинь. Против гриппозуха я не знаю, кого поставить. А вот это попадос. Ладно, травоядника, если что, поставим. Чтобы на равных, по крайней мере, по силе были. Чтобы не было никакого преимущества у него. Вот так вот приходится каждый поединок ждать. Ну это жесть, конечно. Ну давай ты прогружайся уже, а. Так. Чувак в маске. Ну что, я, наверное, сделаю вот так вот. Ну что ты там будешь делать, кеца? Так, выжидает момента, хорошо. Давай сделаю вот так. Че, будешь меняться или нет? Любого ты, кого бы не поставил, все равно ушатаем. И маска тебе твоя не поможет. Меняет. Ты думаешь, ты этим выиграешь? Так, 610, да? Вырубаем. Дальше выползает гриппозух. Угу. Слушай, я, наверное, гриппозуха сейчас завалю. Если, конечно, он не поставит все на защиту. Вот фиг его знает, как он сейчас сделал. Вырубаем. Ну и остается кеца. У него 90 к атаке. Ты можешь понимать, что шансов у него здесь на победу нету. Да-да, кеца, у тебя все. У тебя проиграна твоя битва. Ах ты. Поживет еще чуть-чуть. Хорошо. Ну что, ты будешь все сливать? Ну, почти все. Он все, ребят, абсолютно все слил. Ну что, Ютиранус, пора. Проучи его. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец.
Ух, какой ты зубастик, а. Так, ну сейчас мы переходим с тобой на следующую лигу. Это у нас охотники. Так, крутим колесо. Смотрим, что оно тут выпадет. Еда. Следующая схватка, конечно же. Так, следующая схватка. Я возьму, наверное, здесь антракопельту, карнораптора и... а кого тут еще можно взять? Ну, давай деплотаторы. Вот так вот сделаем. 10 уровень, 10 и 30. Ну и кто тут у нас выползет? Замечательно. Раджазавр. И последний, по-моему, летающий, да, у нас получается. В общем, под аркантопельту попадает летунок. И мы его... Тиф-тиф. И все, ребята, и отдупляем. Вот что, давай так сделаем. Он, конечно, поменяется, наверное, на Раджазавра. Скорее всего. Будешь меняться или нет? Ну давай, давай, пеликанептерикс. Вылупляем тогда. Смотрим, сколько Раджазавр нам. Ох, ё-моё. Почти 300 единиц урона. Ну да, тут нам будет худо. Вырубает, конечно же. Он нас вырубил. Ну что, теперь вырубаем его мы. И остается у нас Аланка. У Аланки, как мы видим, 83 к атаке. То есть пробить у нас не пробьет. А вот мне интересно, смогу ли я его пробить. Да. Все. Аланка довыеживалась, а так ей надо. Такой, видишь, завышенный палец у него. Так, тут поздравления, перейдем. Да, ребята, мы переходим с вами в хищники. 99-я позиция, правда? Но я думаю, что мы сможем дойти до следующей лиги. Еще немножечко ДНК нам дали и смотрим. Секондатозавр. Так, возьмем аморгозавра и... А что, если я возьму пеликанептерикса? Мы же как бы пришли с тобой в следующую лигу. Сейчас будут противники, ну, уже посерьезнее. Вот кто будет, надо посмотреть. Тирадаустра, Протарагеринус и кто-то там еще, третий, не успел посмотреть. Тирадаустра, ну, против него, конечно, лучше бы нам аморгозавра взять. Вот так вот. Есть ли ему смысл атаковать? Я думаю, что нету. А вот то, что он поменялся... Ох, ё-моё. Вот так вот ты, значит, да? Ну, давай смотреть. Да, Николай Грюс. Так, 5 очков, да, у него на атаку. Все ли он спускать будет на атаку? Вот что вопрос. Блин, команда, конечно, тут мощная. Он 3 очка действий потратил, да? Ну что же, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. Вырубили. Так, дальше выползает Протарагеринус. 162 к атаке у него.
Все будешь сливать или нет? Все. Тогда победит. Хорошо. 1013 хп. Ёпрасоты. Блин, а у меня не хватит, ребята, его вальнуть. Прикинь. Вот это попадос. 43 хп. Так, он сделает одну атаку, 3 отложит себе в запас. Блин, и мне надо будет в Тирадаустра драться, да? Раз, два, три. Раз. Вот сколько у него катаки сейчас получается? Ёпарасоте, 522. Да, конечно, ребят, тут все хана. Тут он даже не стал раздумывать, просто атакует напрямую. Ну что же. Поражение, ребята, надо признавать. Я смотрю, там просто очень мощные пошли уже бойцы, поэтому пойдем-ка и мы тогда с козырей. Карнораптор, Нандагазавр и Уэрхозавр. Слишком мощные пошли поединки. Ох, ёк, макарёк, ты посмотри, а. Анкилозавр мод 2. Сразу вырубаем. Пеликактиль. Ну давай, пеликактиль. Что ты сделаешь? Защитный нас. Да, он в защите простоит. Ну. Давай, давай, соображай быстрее, парень. Тут он решил пропустить ход. Я сделаю вот так вот. Че, он все на Дарвиноптера перекидывает? Все очки действий. Ну, допустим, да? Сольет он сколько? Все. У меня же есть Уорхозавр. Он как раз предназначен для того, чтобы... Да, мы даже можем Нундагазавром пробить. Нам даже не обязательно переключаться на травоядника. Потому что он все очки слил, у него ни защиты, ничего нету. Вот и все. Единственное, мне хотелось бы посмотреть, сколько мы возьмем ступенек. Это меня интересует. Так, с 99 на 64. Окей. То есть это еще прикидываем, где-то два поединка нам нужно будет сделать. Эх, ну как же было рядом, ну ё-моё, а, ребят, ну... Ну обидно, прям нет слов. Эдиуморфодон, Стегоцератопс и Барионикса, может быть, взять. Да вон, Спинораптора возьмем. Возьму Спинораптора, посмотрим сейчас. Уэрхозавр, Траадон и Зухамим. Блин. У меня первый летающий, а у него первый травоядник. То есть, соответственно, у него будет атака по мне будет усиленная. Если я даже потрачу одну очку действия на замену, тоже это ничего не даст мне. Это мне не даст ничего. Ну, вообще там, ладно, меняться все равно надо, как ни крути. Ну что, ты будешь меняться или нет? Меняется все-таки, да? И берет он Зухамима. А Зухамим, как мы видим, 31 уровня. Ну и что ты там сделаешь?
Ничего. Давай так попробуем. Минус. Троядон. 405 к атаке. 4 очка действий. Оу, щит. А вот это плохо. Это было плохо. Ну что, иди, Морфодон. Выходи. Надо Троядона валить. Надо валить Троядона. Пятьсот семьдесят восемь к атаке. Ему надо сколько сделать? Две, да? Два очка действия потратит. Но он тратит... А, да, три, потому что он же не знает, что у меня здесь взято. А мне хватит его пробить-то? Хватит. До свидос. Ну и прекрасно, что я могу сказать. Все отлично, получилось у нас хорошо. Так, сейчас мы перейдем на какой там, на 30-ю, наверное, да? 36-я. 36-я позиция, блин, маловато, если честно. 75 ДНК, поехали. Я возьму апатозавра, птеранодона и... Николагриуса. Блин, опять ни одной рептилии у меня нету здесь. Вот беда. Ладно, посмотрим, какого противника сейчас нам выставят. Гаргазух, Игуанозух, ё-моё. Единственное, что нам поможет, наверное, то, что они первого уровня. То есть не десятого, ну, не прокачанный, скажем так. А других вариантов у меня нету. Либо... Либо мы так и не дойдем с тобой до следующей лиги. Ну как ты долго грузишься? Давай ты побыстрее, а? Ну неужели? Наконец-то. Я даже не знаю, что пока тут сделать-то мне. Наверное, так сделать надо. Ты будешь атаковать или нет, велоцираптор? Нет, ребят, он меняет на Гаргазуха. Вот так вот, да, значит? Давай-ка вот так сделаем. Еще две атаки сверху. Блин, бесстрашный, я смотрю, этот хмырь. Ну что, птеранодон, пора. Две четыреста, да, у него? Вырубаем его к чертовой бабушке. Замечательно. Ну что, велоцираптор мод 2. Он не сможет завалить мне птеранодона. Если он только поменяется. Ё-моё, 824, нифига себе. 824 к атаке. Раз, два, три, четыре. Сделаем так. Ну и остается велоцираптор. 6 очков действий. Ну смотри, если он сейчас все сольет, да, он сможет меня победить. Он так и делает. Ну, а дальше... Тернодон. Давай, у тебя хватит дури-то его пробить. Атакуем. Вот, в принципе, и все. Ну, молодец, красавчик. Так, теперь посмотрим. Была у нас 36-я позиция, да? Становится 8-я. Так, здесь нам выпадает ДНК. Фигня какая-то.
Возьмем Эдюморф, давай Анкилодок, Эдюморфодуна и Раджастигу. Получается, два последних поединка у нас. Этот и следующий, и все. И на этом у нас Бампи, Альбертозавр, Юдон. Ё-моё. Нафиг мне таких мощных-то выдали, эй. Да, друзья, вылет, как всегда. То есть, получается, я не отыграл, да? Это поединок. Пипец. Видите ли, проблемы с интернет-соединением, и все, игра вылетела. На самом деле, все это чушь полная. Все у меня нормально с интернетом. Игра, она сама по себе глючит. Она, ребята, у меня и на мобильнике вылетает очень часто. Так что, а на эмуляторе и подавно. Друзья, уже 15 минут прошло. Как загрузка идет, так она идет. Она не прекращается. То есть, соответственно, получается, мне нужно выходить из игры, а это опять будет не сыграна битва, потому что динозавры как бы засчитаются, а бой нет. И остается только ежедневки делать. Как меня вот это вот вымораживает все, ребят, напишите, у вас так же или это какой-то глюк у меня, я не знаю. Как это еще можно объяснить вообще?